А вы кто? Это Венеция у нас ведь, да? Да. Итальянский лесной дух Фалетти. Мы вас там и искали с утра, еще не могли найти. Вот, да, чуть попозже я летел и исполняю все желания, если со мной сфотографироваться. Все бесплатно. А что вы за дух? Чего дух? Венецианское божество, которое осуществляет человеческие желания. Но только добрые человеческие желания. Где вы, в лесу живете? Да. В итальянском? Да. Вот прилетел сюда из Венеции и вот привез эту замечательную цветочную композицию. Прекрасно. А что в выпасе итальянском означает этот дух? Дух, который живет в недрах деревьев и помогает людям в их каких-то осуществлении их мечтаний, скажем так. Понятно, спасибо. Их потаенных желаний. Спасибо большое. Надеюсь, мою мечту тоже осуществить. Но я ее тайно передам. Хорошо. А вы тоже итальянский дух? Да, меня зовут Гиана. Гиана? А что означает этот дух? Ну, это так же, как венецианское такое божество, вот всех этих праздников, развлечений. Тоже в лесу живет, раз лесной дух. Да. Итальянский, да? Да. Это какой-то эпос? Ну, итальянский, да, легенды. Можно видеть в интернете, тоже посмотреть на это. Понятно, спасибо большое. Можно зайти за них между ними.